Сочинская государственная телерадиокомпания, 10 часов утра. Так, внимание, все, начинаем отбор в передачу «Утренняя гимнастика». Аня готова? Музыку, пожалуйста. Молодой человек, вот вы свободны сразу. Да. Так, вот вы, девушка, в первом ряду, идите домой. Все. Так, вот вы с родинкой на лбу тоже, до свидания. Так, спасибо большое. Теперь начинаем отбор в студию новостей. Тексты достали? Так, внимание, готовы все? Поехали. Добрый вечер, в эфире. Так, в первом ряду, иди домой сразу. Вчера завершился официальный визит. Так, вот вы, молодой человек, да, в третьем ряду, идите, все, идите. И вы, девушка, во втором ряду, все, свободно. Так, отлично. Теперь сам. Имя? Вартан. Свободен. Имя? Олег. Свободен. Имя? Антуан. Так, вы останьтесь, для вас что-нибудь подберем. Девушка, я вам пятый раз говорю, мы берем только москвичей. А я в Москве живу, в Ломках. Не в Ломках, а в Химках. До свидания. Девушка, кроме того, что вы 2 года были рекламным лицом пензенской гуталиновой фабрики, какая у вас еще фишка? Вот моя фишка. Ну что ж, вы приняты. А в какую передачу? Ну это как фишка ляжет. Какой туалетной водой пользуемся? Теплой. В смысле? Бронхи. Так, свободен. Ребят, совсем забыл. Нужен ассистент в передачу «Наш сад». Кто-нибудь опыт работы с землей имеет? Сад, огород? Кладбище. Фамилия? Эрнст. Как? Эрнст. Родственник? Нет. Пошел вон. Поете? Нет. Танцуете? Нет. Сценарий пишете? Нет. Высшее образование есть? Нет. Ну у вас талант, че скуксились? Будете администратором? Но для начала надо заменить одного ведущего, справитесь? Конечно. Добрый вечер, в эфире финальный тур передачи «Умники и умницы». Представляю вам наших финалистов. Это умник Михаил Галустян и просто умница Павел Стешенко. Здравствуйте. Здравствуйте. Бонжур. Итак, начинаем наш конкурс. Милютис нон квасум сум когин экзерсистом. По этим строкам нетрудно догадаться, что сегодняшняя тема — Мольер, мещанин во дворянстве. Третий абзац. 89-я страница. 7-я глава. Да, наши финалисты основательно подготовились, но пока первый тур. Готовы? Естественно. Of course. Итак, что такое мелкая ссора? Драка Губина и Децела. Что сказал Буратино Мальвини? Смотри, не обломай Пьеро. Верно. Как называется продолжение книги Пелевина «Чапаев и пустота»? Анка и вакуумный увеличитель груди. Верно. Кто изображен на картине «Купание красного коня»? Зюганов. Верно. А что такое проблема орала? Если бы она не орала, проблемы бы не было. Правильно. Вопрос из области шоу-бизнеса. Почему Леонид Агутин и Анжелика Варум поют дуэтом? Леонид Агутин, Л.А., Анжелика Варум, А.В., вместе «Лав», с английского «любовь». Верно. Именно поэтому Филипп Киркоров не дружит с Юдашкиным. Фэкью получается. Правильный ответ. А почему стюардессы всегда вежливы? А куда они денутся? Верно. А почему форма ГИБДДшников ночью светится? Злачные места должны быть освещены. Правильно. А что такое ручной тормоз? Эстонская кошка. Верно. Почему на концерты Алсу и Земфиры продаются все билеты? Русские отдают последнюю дань татаро-монгольскому иго. Правильный ответ. А что сказали татары, когда напали на Русь? Русские, сдавайтесь, нас орда! И что им ответили русские? А насрать! Верно!
Ну а мы продолжаем. Почему россияне продолжают не платить налоги? Потому что 13 – несчастливое число. Правильно. Ну и последний вопрос. Зачем женщине мозг? Хороший вопрос. Запомните, потом вместе посмеемся. Я думаю, что это орден шелкового умника. Но это же пищевая фольга. Я думаю, что это еще один орден. На этом, дорогие друзья, наша передача заканчивается. До скорой встречи. Au revoir, как любил выражаться старик Мольер. Третий абзац. 69-я страница. Отчет готов? Конечно. Просмотрите отчет корейской делегации о поездке в Москву. 40 дней люди на поезде ехали. Циклом передач Родзинского о балете. Пришлось совместить с программой дежурная часть. Понимаете, здесь слишком жестко, а там слишком мягко. И как это теперь называется? Балет «Будни ГИБДД». Утраченного. И мы ведем свой репортаж из далекого села Верхний Волочок Архангельской области. Мы в гостях у собирательниц древних обрядов и песен ансамбля «Сударушка». И первый вопрос руководительницы коллектива Авдотьи Акакиевне. Авдотья Акакиевна, а как все началось? Это когда
это осень, это была после синокоза, то сразу к Нюрке пошли. О, такого старшего, старшего. Сегодня так самовар поставили. О, так много было-то. Сена-то много было в тот раз. О, коровам всем хватит. А самовар поставили, плюшков напекли, да и Кузьма пришел. О, так это у нас. Это такой веселый мужик, да он таких песен не знает. Аська, Маруська, Манечо, Вати, Коти, Вати, все. Государушки, Ватися, Камарада, тихо, тися. А там же кидок, да меня А так это после этого стали-то встречаться-то все. Чаша, чаша. Так репетировать стали. Ой, шибко хорошо, что стало получаться. Так стали на праздники приглашать. Стали, да вот Пасха, Рождество. Ой, березенька, ой, одайся. Да девки, да красные, да парни хорохористы. Ой, да и земелюшка уродилыся. Ай, земелюшка, моя, да кэтры, да ты катися. Ай, люли-люли-люли, а ты куда ты отися. А колосок, ты колосок, а ты туда ты в отисок. А, скажи, да, пожалуйста, вы поете своим внукам колыбельные? Да не, мы больше танцевать так-то любим. Да, 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 есть, да, есть, да, есть, да. Есть. Есть одна с детства-то любимая колыбельная, вот такая вот. Ноченька, да, дитятко, ой, да, и мое. Что, засыпают? Это как бабки устанут, заснут, так и ребенок следом. Ну, да сразу, как устанут, сразу. Да, храпит, о, спит, как убитый. Ну что ж, спасибо большое. В заключении нашей передачи хотел... Идите уже, все. В заключении нашей передачи хотелось бы сказать... Идите, все уже. Так люди-то еще сидят, что-то ждут эти еще, что-то. В заключении нашей передачи хотелось бы сказать, что наше телевидение... Аська, Маруська, Манечо, Комароки, Катисо. А как же стежок, да не лёж, покажи. А как же стежок, да не лёж, покажи. Вот, Сергей, такой будет наша программа передач на завтра. Как ты видишь, наше телевидение нет ничего сложного, ведь оно очень похоже на наш город Сочи, где белые облака... Яркое солнце, голубое небо, зеленые пальмы, красные буйки, отдыхающие с севера и, конечно же, наше синее черное море. И, глядя на всю эту красоту, так и хочется сказать, красота-то какая! Тихий шум волны и как звезда горят в ночи, магнолии белые цветы. И верить в то, что дует ветер КВН. Он дует с моря, дует всем, кто любит Сочи, это смех. И верить в то, что можно жить одной игрой.